Это проект «Неизведанная планета человек». Я автор и ведущий Владимир Симонов. И сегодняшняя программа практически мной планируется в ней задействовать как минимум две темы. Вот первая из них – это, естественно, президент Америки и президент Путин. Прошло буквально сутки или уже вторые пошли, когда весь мир обсуждает эту видеоконференцию и как бы складывает свои впечатления, делится своими прогнозами и так далее и тому подобное. Но что здесь важно для меня? Я не политолог, я не комментирую политические дебаты, не участвую даже в них. Это не очень для меня интересно на этом этапе моей жизни. А вот выводы определенные я могу сделать, наблюдая за этим процессом. Но посмотрите, я же говорил уже в предыдущих программах, что сегодня Америка и Россия, они предназначены в своем развитии для утверждения новых полюсов энергетических, которые практически должны запитать эволюционный генератор человечества. Ну, простите меня за такие громкие слова, как тут еще определишь? И вот практически, обратите внимание, весь мир с громадным интересом смотрит на ситуацию, связанную с разговором президента одной страны и президента другой страны. Ну и скажите мне, есть ли президенты других стран, диалог между которыми вызывал бы такой интерес? Ну, я не знаю, может, вы знаете. Это не просто так. Процессы эволюционного развития на планете, эволюционного развития человечества, они сегодня вышли на совершенно новый уровень. И если еще там год назад мои слова о том, что Америка и Россия создадут два полюса и будут формировать новый генератор, который должен запитать новую эволюционную программу человечества, то, в общем-то, это вызывало какое-то недоумение. Ну, представляете, а если об этом сказать в 97-98 годах, когда я начал писать свои письма о красоте, это такой философский труд, ну вообще же нелепо звучало. Я еще тогда и в Америке-то не был толком, но информация уже такая пришла. И я уже об этом знал. И вот когда я приехал в Америку, я стал наблюдать удивительные совершенно нюансы, которые только подтвердили мою догадку, мое прозрение. Нюансы, связанные с общей культурой, и с общими интересами, и с вниманием друг к другу. Ну и вот апофеоз, самый последний разговор президента Байдена и президента Путина, который практически уже закладывает особые отношения этих стран друг с другом для того, чтобы выстроить всему миру достаточно комфортные условия развития. Ну, это же факт. Это первая тема, которую я хотел поднять в сегодняшней программе. А вот вторая, еще более интересная, Украина. Когда я сюда приехал первый раз в Америку, это было, наверное, в 2000 году, первый раз в командировку приехал. Или в 99-м, не помню уже. Мы тогда, имели задачей выйти на рынок Америки в области высокой моды. И Ольга привезла свою коллекцию, которая здесь с восторгом была принята. И именно из отсюда, из Америки, она была, Ольга,
наша фирма Ольга Симонов была рекомендована для того, чтобы синдикат от кутюр во Франции рассмотрел вопрос участия в неделе высокой моды. Это вот тогда было все. Но на момент, когда я приехал в Америку, и когда меня спрашивали, откуда я, а я говорил с Украины, они говорили, а где это? То есть Украину никто не знал. Ну и, в общем-то, потом случилось два события в точках развития страны, которые обратили на себя внимание Украину. Это первый Майдан и особенно второй Майдан. И вот, когда я вернулся в Америку, после того, когда я был на Майдане и видел все своими глазами, развитие событий, то я обнаружил, что Украину знают все. Не только политологи и не столько какие-то там политики. Все. Когда я говорил, откуда ты, я говорил... Из России. Откуда конкретно? Я говорил, из Киева. Они мне говорили, это же не Россия, это же Украина. И вот это тоже очень интересный момент, потому что в свое время мне повезло побывать в Триполи. На раскопках цивилизации трипольской. Я не боюсь этого слова говорить цивилизация, потому что то, что я там обнаружил, ну, с одной стороны, со слов археологов, то, что они находили при раскопках. То, что я видел эту площадь сумасшедшую, где-то поселок, где я был на раскопках, это он включал в себя около 1200 домов, которые существовали где-то 3000 лет до нашей эры. То есть с нашего времени 5000 лет назад. И вот то, что находили археологи на раскопках, то, что я там смог снять энергетически, вот все, что касающееся социального устройства этого удивительного общежития. Но особенно потрясший факт меня, что они при раскопках находят все сожженные дома. То есть они установили, что каждые 50 лет, вот люди, которые жили тогда, они сжигали свои дома и переходили на новое пространство, где-то на расстоянии 100-150 километров. И вот таким образом они двигались в сторону, ну, будущей Европы, которой еще тогда, естественно, 3000 лет назад не было. И вот общежитие, которое было тогда и которое можно описать в какой-то степени достоверности по археологическим источникам и по тому энергетическому контакту, который у меня там состоялся. Я потом это все изложил в романе «Купол». Ну, а до этого, как раз, когда уже мы переехали в Америку, в 2007 году, я закончил роман «Жрица Роуз», где я описывал не Триполье еще, а я описывал удивительную роль женщины в эволюционном развитии человечества. И вот, соединяя сегодня все это, я понимаю прекрасно, что трипольская цивилизация является совершенно необыкновенным пространством в истории человечества. Я не буду вдаваться в подробности и сравнивать там другие древние цивилизации, но для меня очевидно, абсолютно очевидно, что трипольская цивилизация потом пошла дальше, и, возможно, Шумерское царство это было продолжением накопленного опыта этой цивилизации, и дальше Египет, и евреи, и все остальное. То есть трипольская цивилизация где-то прошита в человечестве на уровне кода. И вот сегодня, когда внимание к Украине достигло максимального значения, почему же не сказать, что там пробуждены коды, определенные коды, которые определяют спектр энергетический нового эволюционного этапа человечества? Можно так сказать? Ну почему нет? В конце-то концов, я свободный художник, я писатель,
я философ, и я могу говорить так, как я считаю нужным. Но тем не менее, факты невозможно выбросить. Америка и Россия камертонируют свои пространства и определяют какое-то третье пространство для какого-то синтеза опыта социализма и опыта капитализма. А Украина сегодня стала таким форпостом своеобразным. Форпостом, где столкновение с западной цивилизацией и, я бы сказал, прославянской цивилизацией, они переплетены наиболее полно и наиболее глубинно. И с одной стороны востребована дифференциация, то есть разделение, если это путь, ну, возможный, чтобы западная цивилизация отошла от восточной, и то, что осталось, присоединилось, в общем-то, в славянский мир, ну, кто-то говорит русский мир, но это простой путь, и он, как ни странно, не очень, ну, не очень мне, например, симпатичен. Мне симпатично другое. Найти способ, чтобы эти две цивилизации, западная и восточная, сумели найти компромисс и определить тот камертон, который мог бы настроить и Россию, и Америку на вот это новое совершенно ответственное сотрудничество во имя перспективы развития. Ну и невольно возникает третья тема, потому что все это хорошо, все это где-то, все это как-то, а что делать тебе? Вот тебе, мой дорогой слушатель, смотритель, мой друг, любимый мой, дорогой, что делать тебе в этих условиях? Пахтать синтез. Я еще говорю танцевать себе рассвет, но это как раз и характеризует совершенно новое отношение к миру, где ты не представлен только плотью и не представлен только духом, а включаешь в себя ту палитру света, которая сегодня определяет человечество. Все мы дети солнца, и свет обеспечивает наше жизнетворчество. И вот нужно учиться у цветов, у растений, у животных, как кооперироваться с этим светом, как реагировать на него. И вследствие этого, и только вследствие этого, искать новые возможности, более плодотворной, более творческой кооперации друг с другом. Я понятно выразился? Ну, если что-то непонятно, спрашивайте. Я хочу попросить подписаться на этот канал, ставить лайки, задавать вопросы, потому что время такое удивительное. Нужно познавать себя, человека. Ибо я, как где-то в программах уже говорил, что если есть что-то наиболее непознанное у нас с вами, у людей, то это мы сами. Атлас физический человека, он представляет одну сторону нас. Духовный атлас, который составлен теми или иными религиями, теми или иными философскими течениями, теми или иными учителями, это другой атлас нас. А сегодня время синхронизации этих двух атласов во имя того, чтобы качество нашего проявления на этой планете было приполнено ответственности, осознанной ответственности за синтез миров планеты. Ну вот сегодня такая программа получилась. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь на канал «Неизведанная планета человек». Ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами был Владимир Симонов. Всего самого-самого наилучшего.